друзья, прошла ровно неделя с тех самых пор, как я довольно удачно отохотился на моих любимых торф-карьерах. Тогда я взял 3 утки, 2 с подхода, с подплыва под ружье, которое выплыли, и 1 в лед, уже потом стоя на косе. Фильм у меня на канале выложен, посмотрите на это чудо. Вот. Тогда была неделя с открытия, вот сейчас неделя, ровно неделя с тех самых пор, как я тут был вот в прошлый раз. Тогда утка прямо активно реагировала на манок, в принципе, тех 2 я и выманил, подманил из заводей. Они выплыли на открытую и были мной взяты. Вот, сейчас, да, и тогда, кстати, я познакомился с председателем общества местного, Валерием Сергеевичем. Он мне подсказал короткий путь до этой косы, то есть через поля, куда можно подъехать на машине. Правда, крюк такой, 5 км через поля, но, тем не менее, подъезд хороший, и здесь вообще плыть 200-300 метров до этой генеральской бровки, которая мне так полюбилась. Тогда утка сидела и передо мной там в зарослях кувшинника, и сзади. Вот. Я решил приехать. Да, хочу сказать, что на неделе, в выходной, в воскресенье был, я съездил на свои ближние дачные карьеры, тоже мои любимые, и, в общем-то, неудачно съездил. Утки там очень мало, было много охотников, это была вечерка, вот воскресенье, а охотников было много. Многие оставались в субботы с палатками, все ребята жалуются, что утки почти нет. Плюс ко всему, сами по себе карьеры начали зарастать камышом, и в тех местах, где я раньше, даже в прошлом году еще свободно проходил на лодке, там теперь такие узкие протоки, где лодку практически надо было тащить волоком. Вот, поэтому мне очень, конечно, жаль, что вот такая беда такая происходит с этими карьерами. По сути, я когда-то начинал охотиться на них. Я даже, по-моему, если память не изменяет, вообще первый раз на утрянку поехал на открытие именно на эти карьеры. Время идет, друзья, природа меняется. Вот, поэтому с точки зрения вот добычи именно, да, там, наверное, уже пока нет смысла охотиться, вот. Утки нету за все время, ну то есть вам даже показать в принципе нечего, ну кроме может природы, красоты тамошних мест, но это вы все видели по сути. А с другой стороны, если говорить о трофее, то добыть его там крайне сложно. За все время пролетело на вечерке 2 утки, это было высоко и далеко, ребята стреляют, конечно, но безрезультатно. Вот данное место намного более перспективно. И да, я когда ехал вот сюда по дороге, среди полей, обнаружил здесь такие несколько искусственных луж. Они такими квадратами, как бы прямоугольниками, точнее, вырыты. Вот. И пока я здесь разгружался, лодку надувал, с них поднялись около 7 уток. Они сделали такой хороший крюк, зашли туда, вот на те торфяники, где я собираюсь на вечерке сегодня охотиться, развернулись и обратно туда осели. Я даже сейчас хочу туда сходить, посмотреть, может быть, мы там похлопаем им в ладоши, они, может, поднимутся даже. Вот. Но с точки зрения ее добычи, вот тут все заросло, тут очень тяжело будет ее, ну, если даже ты ее и взял, то тяжело ее будет оттуда достать и найти. Все заросло. Ну, сейчас туда прогуляемся. Еще несколько слов о погоде. Вчера прошел такой сильнейший ливень, то есть были грозы, прям с молниями, хорошо. Ветер западный был, сейчас уже северо-западный, и температура опустилась. Вот сейчас 16 градусов показывает тепла, но тем не менее облака такие вроде не грозовые, сейчас не дождевые, вроде даже дождя не намечается. Просветы, небо высокое, но сильный ветер. Вот после вчерашнего ветер не успокоился, где-то 15 метров бывает порывы ветра. Вот, камыш шумит, так что не знаю, как сегодня будет на вечерке. К вечеру, конечно, должен стихнуть, как обычно. Может быть, и будет летать она чуть попозже, посмотрим. Она опасается, конечно, когда камыш шумит, ей довольно-таки опасно вот так вот куда-то подплывать, подлетать. Вот, но надежда на инстинкт, это никуда не деться. Утренний и вечерний пролет утки с полей, это гены, должна летать. В общем-то, да, и, наверное, ее, конечно, тут и подвыбили, но я не думаю, что много, так как самой по себе здесь утки довольно много. Пока лодку оставим здесь, пойдем пешком сходим, посмотрим, что это за лужи.
Может быть, там какая утка залетит, посмотрим, попробуем. Надо ее туда, в общем, перегнать, на карьеры. Что ей здесь сидеть, да? Что она тут забыла? В общем, друзья, давайте вперед, будем пробовать охотиться вот сегодня. Посмотрим, что из этого получится. Но нас не пуха нам. Что, похлопаем? Подъем! Мне кажется, она где-то вот в тех кустах сидит крепко. Сейчас ветер, она не поднимется. Да, вот такая, я не знаю, какая-то получится сегодня вечерка, ребят. Ну, в общем, не, в принципе, теоретически, вот тут вот, туда садишься на ту лужу, куда-нибудь чучела там выставил. Да, да, и там прямо охотишься, а почему нет? Это уже по осени, но тоже вариант. Ну, конечно, не факт. Не, мне кажется, что если охотники оттуда долбят, она же сюда тоже перелетает. Ну вот прям стая поднялась. Хотите верьте, хотите нет. Ну сейчас все сидит. Она вот так вот по полю облетела и вот там куда-то села и вернулась. Ладно. Это мы можем долго тут ее караулить. Пойдемте, предлагаю уже все на лодке выплыть на косу на нашу. Занять местечко. Может, я тут не один люблю эту генеральскую бровку. И пока плывем, посмотрим еще. Тут вообще пешком можно туда доходить. Прям с этой дорожки, прям на косу идет тропинка такая проторенная, протаренная. И прям по ней можно. Ну, мы поплывем. О, смотрите, тут гильз настрелено. Вон, вообще обалдеть, гильзы. Да. Ну, прямо отсюда ее стреляли здесь, видимо. Ну, если без собаки, то вообще-то это ее тут нереально найти в таких кустах. С ней, я думаю, чуть попозже начнет летать и сюда перелетит. Вон гильзы валяются тоже здесь. Тут отсюда прям стоял. Да тут вообще охота для ленивых, что называется. Я уже тоже почти лентяй. Тут подсказал он мне. Хорошо, что подсказал. Я раньше плавал, ну, где-то, наверное, часа полтора, километр два я сюда все-таки плыл. Вот, а тут, оказывается, вообще все просто. Да, мне это место начинает все больше и больше нравиться, друзья. Ну ладно. Подъем! Не, она... Она так сейчас не поднимется на голос. Это надо прям туда ее. В кусты прям выплывать. И стрелять не хочется зазря. Просто так патроны тоже тратить. Черт-то знает, может там вообще какой-нибудь рыбак сидит. Не. Это тоже не вариант. Так что давайте сейчас все, выходим на лодке и уже там сидим. Попробуем еще посмотреть эти кусты всякие, оплывем. Вот, в принципе, это коса, вот берег. Все, здесь нам плыть вот, ну, где вот та вот сушина, даже поближе примерно. Тут вообще метров 200, ну, 250. Сейчас подальше чуть-чуть отплывем. И, кстати, смотрите, все, ряски вообще практически нет. Вот тут только этот участок. Мы его сейчас можем вот так оплыть. И все, там дальше вообще канал весь чистый. Вот что ветер делает. Всю ряску сдул. Вот так вот. Теперь, в принципе, хорошо. Не, ну а там она будет. Теперь, в принципе, хорошо вообще. Туда можно плыть. Да, там вот с той стороны, когда я подъезжаю, там вот тех двух я взял, там же тоже стая сидела. Вот сейчас она там сидит, интересно. Тут уже не проверишь, но зато мы вот сейчас вот это можем прочесать. И с той стороны. Ну как чесать? Туда-то, наверное, нет смысла заглубляться в эти болота. Так, покрякать.
Если сидит, то, конечно, тут не тут, прям на канале, это точно, а где-то там. Ну, посмотрим, что сегодняшняя вечерка нам принесет. Да, если вы заметили, я на утрянке сейчас в этом сезоне, кроме открытия, не езжу. Обуславливается тем, что поутру, во-первых, почему-то вот дожди как-то сейчас идут под ночь, то есть и утром тоже. Ну, во-первых, сыро, дождь. И во-вторых, она, вот я заметил, летает в этом году на утрянке очень рано, прям еще когда даже солнце не всходит. И летает она мало, прям буквально, ну, где-то полчаса. А вон, пошла. Вон они две, одна туда пошла, другая вон полетела. Не знаю, видно вам было. Вон она пошла. Вот, ну, значит, там они сидели, да, ну, все. Не, ну как, а вон серые цапли полетели. Вот красота, вот она. Вон накружит там. Цапли это, да, или что это у нас? Или это у нас... Да, вроде вон осела туда. Не, ну это как красота. А уточки две там, да, полетели. Во, видите, как полетели? То есть, то ли меня услышали, я тут разговариваю. Видите, как поднялись заранее? Метров за 150, за 200 поднялись. Вот так вот вам. Все, такой красоты не будет уже, все. Это дохлый номер, вот так, чтобы она под ружье выплывала. Не, все. Лафа закончилась. Теперь только ждать пролет. Только инстинкты. Да, вот, и я говорю, что с утра она летает прям буквально, ну, где-то полчасика она летает и все. А, кстати, слушайте, а мы уже доплыли с вами. Вот это протока, вот мосточек. Ну, это вообще неинтересно. Вон мои гильзы две валяются. Ну, я-то думал, мы с вами сейчас еще тут поплаваем. Слушайте, вы знаете, а это, по-моему, сокол летает. Или орел даже. И вот, может, из-за него утки поднялись, кстати. Да, слушайте, хищная птица охотится. Вот утка-то и поднимается, вот так вот. Вот она и поднимается. Отлично. Здесь, правда, нюанс есть, конечно. Так вот, если она резко вылетает из-за кустов, тут надо сразу резко быстро стрелять. Вот это я уже понял по тому разу. Вот. Так что... Все, пьем чай, охотимся. То есть охотимся, ну ждем. Вся по кустам. Но это все, это значит, вот, не знаю, может, погода еще, хотя ветер так подстих вроде, не знаю, с чем связано. В прошлый раз
летала прям. Либо действительно вот ее так уже за выходные поднастигали, и она еще до сих пор не успокоилась. Поднажгли, так скажем. Она там в кустах сидит, конечно. Далеко в те кусты. Плохо. Сейчас, ну сейчас поплывем, в общем, будем искать сейчас ее там. А что делать? Фух, так. Ладно, вот тот куст. Пока еще хоть что-то видно. Это, конечно, друзья, плохо. Ну шлепнулось-то, шлепнулось. Не, может, конечно, попало в легкое, еще такой шанс. И пока кровью не наполнилась легкая, она еще летела. А потом отвалилась. Ну, прямо-таки скажем, это плохая утка. Единственный шанс, что она там лежит. Ну, слабый шанс, что все-таки она дошла. И никуда не ушла оттуда. Ну, шанс слабый. Шанс слабый, я вам сразу скажу. Так, идем туда. Идем туда. Сейчас будем пробираться через эту ряску. Эх, вот охота, а. О, еще утка пролетела. Ну, это прям вообще... Это чирок. Прям рядом пролетел, но я занят. Мне сейчас не до этого, не до тебя, чирок. Лети себе на здоровье. Во-во-во-во, ничего себе. Вон они все где сидели. Вот так вот. Вот кому-то я поднял там. Вот они все где и сидели. Вон они, две пошли. Вот вам, пожалуйста. Вот они и улетели. Ха. Ну, замечательно. Плохо дело, плохо дело. Так, давайте-ка сейчас обратно. Подранок, скорее всего, заполз куда-нибудь, да. А может дальше, черт ты ее знает. А может вот за тот куст. Все, уже вообще сейчас стемнело. Уже так стемнело, что я ничего практически не вижу. Еще эти кусты, она же сливается. Ох, ребятки. Обидно, конечно. Обидно до безобразия. Но сейчас еще вот за тот куст заплывем. Я потому что так и не понял. То ли вот за этот ближний. А, подождите-ка, подождите. Стоп, 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 стоп. Вот, по-моему. Слушайте, вот лежит. Ха! Ну-ка, 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 ну-ка. Да? Лежит, 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 лежит. Доходит, доходит, доходит. Ну, сейчас, сейчас, сейчас мы тебя заберем. Где-то она у нас... Так, а куда же я попал-то? Ну, сейчас-то не разобрать. Ну, видать, может, действительно под легкое попал.
И все, она, причем странно тогда, она начала, вроде, я еще раз выстрелил, даже не знаю, каким там выстрелом я ее взял. Ну это, ребят, это хорошо, это вообще прям удача такая, что сплавал и нашел. Да, ну, а я думал, что вот за тем кустом, не зря я сюда еще доплыл. Ну красота вообще, красота. Смотрите, какой выстрел-то дальний, да, вроде был. Ну как дальний? Он, в принципе, она очень стремительно так близко прошла. Вот, да все, можно вообще, в принципе, я уже вообще ни черта не вижу. Это еще хорошо, вообще не темно. А сейчас бы вот так вот. Не, ну у нее брюшко такое светленькое, беленькое. Вроде бы я прям хорошо на контрасте. Так, ну ладно, будем выбираться обратно. Пока еще хоть что-то видно. Ну главное, мне понравилось. Пока плыл, значит, одна куда-то еще сюда перелетела. Две отсюда прям из кустов взяли, туда залез, подняли. И главное, не летают. Так они там и осели. Еще какой-то вроде черок так прошел. Мне не до черка было. Ну так сейчас хорошо, сейчас разогреюсь хоть. Эх. Вот охота. Не, ну, в принципе, не, повезло, ничего не скажешь, повезло. Далековато она прям так туда спланировала. Ну что ж, друзья, закончилась вот эта вечерка очередная. На этих моих любимых Петраковке, на этих карьерах. Добыта вот такая вот уточка. Ну, вполне себе ничего. Довольно-таки жирноватенькая. Вот, очень удивительно, как бы удивительным образом она, ну, если видно было, она спикировала. Причем не сразу, а просто пролетела. Еще два выстрела вдогонку туда выстрелила. Не знаю, может, и зацепила каким-то из них. Но потом она просто брякнулась и все. И хорошо еще было, в принципе, как бы так видно на контрасте. Еще солнце не совсем, ну, то есть был такой вот зарево. И на фоне этого беленькое пузико выделялось. В общем, нашел не подранок. Я очень рад, на самом деле. Ну, а потом утки устроили вообще представление. Там в бинокль три штуки только. Вот, только их я видел. А ведь еще там сзади сидели. И правее тоже. В общем, прямо песня такая, но по пролету я могу сказать так, она практически вообще не летала, вот за все время 4 утки, это вот пятая уже добытая, вот. Ну, в этот раз вот такая получилась вечерка, я так думаю, что я хочу завтра все-таки попробовать на рябчика, вот именно с утра классика, ну, сейчас, конечно, добыть его, ну, вы видели фильм, да, вот, это был вечер, то вообще из ряда вон, из всех правил, ну, естественно, там ноль. Вот. А так как вчера все-таки ливни такие хорошие прошли, может где-то и получится, прям по утрянке поеду, а на вечерку опять, наверное, сюда тогда. В общем, ну посмотрим, ребят, с полем. Вот. Спасибо в очередной раз, что смотрели. Вот такая охота получилась. Каждая охота, она уникальна по-своему. Желаю вам тоже побольше удачных охот, хороших трофеев. Вот. Ну, как говорится, не пуха вам на охоте. Большущей удачи. Ну и пока, увидимся.